Это сейчас здесь проходная машина строительного завода имени Тарасова, памятная стелла аллеи. Владимир Николаевич Карташов помнит времена, когда ничего этого не было. Была пустыня, ни одного домика, ничего не было. Здесь, на этом вот месте, отец сеял пшеничку, овес, а в 31-м году начались работы. Рытье котлованов стали, строить времянки вот здесь. Мы ребятишки, нам было все это интересно. Мы приходили сюда, рядышком все-таки. Вот, играли здесь, из кирпичей делали баррикады. Сейчас ему 94, еще мальчишка, он мечтал выучиться и пойти работать на завод. Мечту удалось осуществить только после войны. Ветеран труда Владимир Николаевич отдал заводу 35 лет жизни. Сегодня он почетный гость на торжественном мероприятии завода. 15 лет назад в стеллу перед проходной завода имени Тарасова заложили капсулу. Настал торжественный день, когда ее вынут, чтобы прочесть послание современному поколению, написанное молодыми специалистами завода. Завещаем вам будущее в ваших руках. И его счастье зависит от надежности и крепости ваших молодых рук, благородства ваших сердец, тесной и монолитной сплоченности. Традиция существует на предприятии несколько десятков лет. Предыдущие капсулы бережно хранятся в музее боевой славы завода. Место старой капсулы заняла новая с посланием от учеников 154-й школы. Это уникальная возможность прикоснуться к прошлым поколениям, прочувствовать острее величие подвига ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-тружеников тыла, в том числе завода Тарасова. Послание достанут через 30 лет на столетие Великой Победы. Марьяна Мирная, Валерия Макарова, Павел Пресняков. События.